Всем здорово, я постригся. Наконец-то. Ну, не в этом суть. Сегодня отвечаю на ваш вопрос. Опять? Да, опять. Поверьте, я такой, что могу отвечать на вопросы в три части. Это уже третья часть, запомните. Что ж, а первый вопрос. Что ж. Покажи кота. И тут еще скобка. Если есть. Нет у меня кота. Переходим к следующему вопросу. Так. Отредактируй фото в фотошопе. О-о-о-о! Можно в другом фоторедакторе, но я буду в фотошопе, вы спросили. Погнали! Так. Надо кое-что подправить, только... Сделать это надо без паривно. Так, думаю, более похоже. Так. О, устранение дефектов. Да ну нафиг, это тупой фотошоп. Тупая какая-то программа. Что ж. Так. И еще третий вопрос. Как зовут этот рыжий кусок дерьма? Какой рыжий кусок дерьма? Ты о чем вообще? На этом вопрос и заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока!